меня Валентин Владимирович учился 4 года, то есть когда поступил в музыкальное училище. Весь процесс музыкального училища я учился у него. Одно из самых ярких воспоминаний, ну вот так вот, чтобы прямо это сказать сложно, потому что, например, ну, вспоминается его фраза, если дословно цитировать, как ничего не делать, нужно делать все сразу, а сразу ничего не получится. Поэтому терпение, смирение, труд, занимайся. Он очень часто такую фразу повторял. Если серьезно, то после занятий, нет, после того, как он окончил свою работу в заслуженном коллективе, он продолжал заниматься на тубе. И, наверное, самое все-таки большое воспоминание было, когда он брал тубу и показывал, как нужно играть. Это было самое, наверное, большое воспоминание, потому что когда он брал тубу и показывал, как играть надо, это было большое впечатление. И, наверное, самое большее, что могло быть на уроках. Ну, помимо того, что он что-то рассказывал, потому что одно дело технические моменты, другое дело, когда он уже непосредственно к практике переходил и мог показать, и очень здорово показывал. Единственное, это было нечасто. Нужно было поймать какое-то настроение, я бы сказал, потому что он так вот просто, он никогда не показывал. Вот, крайне редко он так вот выхватывал тубу и что-то вот один звук, там, не знаю, или несколько, там, такую максимум фразу показывал. В основном он, конечно, что-то говорил. И самое лучшее было, это когда я оставался последним, и никого не оставалось больше в классе. И вот он показывал мне, мог довольно долго играть, мог мне этюд показать целый, мог показать что-то еще. Помнится, однажды он даже показал последнюю вариацию из венецианского карнавала. То есть внезапно так получилось, он мне что-то показывал, а я говорю: Валентин Владимирович, а можете сыграть что-то быстрое, потому что мне хотелось бы именно посмотреть, потому что одно дело, как кто-то другой это играет, другое дело, когда Валентин Владимирович. И когда он это играл, когда он сыграл венецианский карнавал, последнюю вариацию, я, конечно, после этого очень долго, до самого, наверное, закрытия училища сидел и сам самостоятельно занимался, потому что для меня это было большое впечатление произвело, потому что это было действительно очень точно, филигранно, я бы сказал, сыграно. Что касаемо конкурса, никаких особых занятий ему не было. И Голубин подобрал, конечно же, наиболее выигрышное произведение к каждому участнику. Вот. Поэтому, в принципе, что было? Он на уроках всегда говорил, что хочешь – будет, не хочешь – не будет. Вот это тоже одна из его дословных фраз. Поэтому, когда что-то не получалось, как бы он говорил, что рассчитывай на себя. То есть, я вот тебе все сказал, как это нужно, а дальше уже практика. И нужно самому доводить до ума произведение и, в принципе, как бы игру свою. Валентин Владимирович довольно часто рассказывал про свою работу, про свой коллектив. В основном он любил рассказывать про гастроли, потому что мне тоже это было интересно, и я ему эти вопросы задавал. Что касаемо гастролей, я рассказывал, что ему очень нравился Сан-Франциско и Токио. И вот это запомнил, что он про Сан-Франциско довольно часто мог рассказывать. Если не ошибаюсь, это Пирс 39, который находится недалеко от Эмбаркадера. Я там тоже бывал и оценил это. Про Токио он тоже рассказывал довольно много всего интересного. Также он рассказывал про своих и коллег тубистов, с которыми общался, в частности Джон Флетчер из Англии и Уоррен Дейк из Америки. Также он рассказывал один случай, когда Джон Флетчер его подменил в заслуженном коллективе, когда Голубин по каким-то там обстоятельствам вынужден был уехать, ну, прямо с гастролей. И вот он договорился, что Джон Флетчер его подменит. И это произошло, и наверняка Джон Флетчер остался доволен. В общем, он общался с некоторыми тубистами так довольно плотно. Просто вот этих двоих он как-то отмечал особо, ну, как-то больше, чем других тубистов. Поэтому мне это запомнилось. Также он рассказывал, что он всю жизнь, это его индивидуальная особенность, рвал свою амбушюру, свои губы, потому что у него, видимо, маленький рот был, и он играл, любил играть на больших мужиках. И от этого, видимо, было не очень удобно, но рот он вряд ли сам рвал, вот это так, видимо, получалось. Как-то. В общем, он показывал, что у него краи вот этих губ были немножко порваны. Так что это как-то было связано с индивидуальными особенностями, и он, ну, немножко страдал от этого. Потом на маленьких мужиках играл,
разных штуках. В основном, конечно, на маленьких. Но именно там находил тот нужный звук, который ему хотелось, нужное звучание. Ну и на больших тогда старался играть. Возможно, какие-то не все программы на больших штуках играл, поэтому выкручивался как-то из этого. Вот. Что касаемо концертов заслуженного коллектива, я приходил в 2000 и в 2001 году. И я дважды попал на концерт с его участием, когда заслуженный коллектив играл. Я не помню, честно говоря, какая там точно программа была. Я помню, что точно какая-то кувертюра Вагнера была, какой-то опере. Я помню, что когда вступала туба, очень наполнялся оркестр таким басовым теплым звуком. Вот это мне точно было, что так вот запомнилось. Самое яркое воспоминание о Галузине, это, конечно же, его, скорее всего, игра, его исполнение, когда он отдельно показал в классе. Это мое личное, конечно же, воспоминание, потому что я всего его 4 года знал. Рассказы о своей работе в заслуженном коллективе. Это было очень интересно всегда для меня. Вот. Так что, наверное, вот эти два момента. Что касаемо последних его лет, я помню, что он рассказывал, и даже часто об этом говорит, что собирал все свои видеозаписи заслуженного коллектива. Он ездил на рынок Юнона, там закупал пустые диски, и у кого-то, видимо, или с интернета качал, я, честно говоря, уже эти тонкости не знаю, находил записи себя, где он играет. И ну, таким образом, видимо, коллекционировал то, ну, все свои годы, 30 лет, сколько он отработал в заслуженном коллективе, и решил, ну, я так понимаю, частично все-таки, потому что у него все вряд ли, конечно. Вот он решил записать двойной диск, насколько мне говорил, двойной CD. И он, в принципе, к этому почти пришел, насколько я знаю, потому что он как-то один раз принес мини-дисковый аппарат и сам, собственно, диск. Ну, кассеты, внутри которой находится диск. И сказал, что он уже сделал какие-то пробные записи. Галузина часто вспоминают, когда какие-то разговоры идут о былых временах. И, разумеется, о Галузине можно вспомнить только хорошее, потому что он довольно много всего сделал для каждого из нас. То есть воспитал целую армию туристов, которая сейчас работает в разных.